А сейчас народная новость. Накануне вечером в нашу телекомпанию обратился неравнодушный житель города. Он рассказал, что возле ограждения санатория-профилактория «Жемчужина» неизвестные лица восточной внешности снимают верхний слой земли. О происшествии мужчина сообщил и в полицию. Наша съемочная группа выехала на место. Действительно, дерн был срезан с нескольких участков и заботливо свернут в рулоны. Тех, кто это сделал, журналисты не обнаружили. За комментарием мы обратились в муниципальную службу лесного надзора. Возле профилактория «Жемчужина» согласованы работы на строительство парковочного кармана. В данный момент снимается дерн, затем будет производиться подсыпка и асфальтирование данного участка. Зрители телекомпании «Актис» теперь будут принимать участие в создании репортажей. Сделать это можно в рубрике «Народная новость». Обращайтесь с информацией о нарушениях, происшествиях или о том, что вас волнует, в нашу редакцию по телефону 52 25 00 или на сайте телеканала actistv.ru.